Традиционный открытый турнир по бальным танцам давно превратился в настоящий праздник искусства на курорте. Это событие равнозначно относится и к культуре, и к спорту. Участники-танцоры устанавливают свои рекорды на паркете, а зрители неизменно получают яркие эмоции и впечатления от выступлений конкурсантов. Открытый турнир по бальным танцам «Жемчужина Анапы-2017» состоится 4 июня в городском театре. Его организатором много лет является ансамбль «Современник», руководит которым заслуженный работник культуры Кубани Лидия Путилова. За звание лучших на турнире «Жемчужина Анапы-2017» поборются около 1000 танцоров со всей страны. Начало конкурсных мероприятий в 10 утра. Двери городского театра открыты для всех.